Делаю меренгу. Еще пока не знаю, буду я ее на торт садить или нет, но пусть будет. Как у меня потом взбредет фантазия. Уже у меня здесь на водяной бане согревается белок с сахаром. То есть две части чая, сахара, одна часть белка. Сейчас это перемешаю, пусть греется градусов, наверное, до 55-60. Меренга у меня швейцарская. Я уже в одном из видео вам показывала, как ее делают. Отсадила мою меренгу и в духовку сейчас сушиться. Чем сижу, занимаюсь. Вырубки же такие не найти. Сижу, сама проектирую, сама вырезаю. И потом будем делать пряники. Ой, девчонки, кто делает пряники? Какой же это труд, боже мой. Ой, мне это на весь вечер сейчас занятие. Готовое мое тесто на пряники. Сейчас под пленочку и в холодильник отдыхать на полчасика. Готовы мои заготовочки уже. Остыли. Задеревенели, как мне надо. И теперь наступает самое страшное. Сижу, работаю, смотрю, Санремо как раз идет. Ребят, кто следит за Санремо? Посмотрите, Ноэми, какая стрижка красивая. Я закончила с лягушатами, пошли у нас леденцы. Ну, красный, сегодня у меня уже сил нету делать. Или буду делать, не знаю. По-хорошему надо делать, чтобы завтра уже торт сам делать. Ну что, мне терпение, удачи. Второй день марлезонского балета у меня. Танцы с бубнами над тортом. Делаю тесто для торта, тесто медовое. Будет у меня шоколадный торт Спартак. Тесто мы готово. Еще пока мягкое, податливое. Сейчас я его уберу в холодильничек отдыхать. Кухня похожа на поле битвы. Так что мне еще потом, помимо радости торта, еще и убирать все. Квест продолжается. Коржи готовы у меня уже. Обрезаны. Здесь уже пряники поднарисованы. Еще закончить их надо. Контуры нарисовать и центр. Там. Мадонна. Господи, я уже не дождусь, когда закончится все это дело. Когда я отдохну наконец. Это уже второй день, да? И завтра еще третий. Время 7 часов вечера. Я еще не знаю, что готовить. Помогите. А это уже готова моя начинка. Карамелизированные бананы. Сделала немножко. Так положу между слоями. Там-сям. Немножко. Второй день подходит к концу. Слава Богу. То, что мы имеем сейчас, выглядит вот так. То есть прослоено сметанным кремом со сливками. Сейчас это прессану все, потому что там, видите, бананы. Где-то там бананы карамелизированные. Надо все это примять. И под прессик, в кольцо. И на ночь в холодильник настаиваться. Торт высокий получился. Мои будут завтра трындеть. Да? Потому как итальянцы привыкли там низким. То есть итальянский торт это где-то вот такой вот по высоте. 5 слоев слоеного теста. Все. То есть такие они не видели, не признают. Утро следующего дня, третьего по счету, наш квест продолжается. Сделала крем. Крем у меня не крем-чиз в своем понимании. Крем на базе сливок и маскарпоне. Я уже нанесла покрытие предварительно. И сейчас буду делать финишное. Окрашиваю зеленый цвет и вперед. Ну что, торт выровнен, готов. Это уже финишное покрытие у меня. Я не гоняюсь за совершенством, если позволяю небольшие погрешности, так сказать. Торт уже охлажден. Я приготовила за это время подтеки.
такого плана. Сегодня делаю с мешочка. Обычно прям ложечкой поливаю, один перед один. Но мне не нравится, что иногда есть соединение здесь, когда ложкой. Попробую так. Сегодня я уже делала. И сейчас жду правильной консистенции. То есть, чтобы она была тягучая, но не сильно жидкая. Не то у меня все стекет сюда. И будет, конечно, очень обидно мне за 3 дня работы. То жду и наношу. То есть, еще чуть-чуть, но, в принципе, уже можно. Поехали. Ну что, подтеки сделаны. Очень удобненько мне было с карнетика. Прямо за несколько секунд я это сделала. Температура угадана была хорошо. Нужно длины, частоты, толщины. Потому что все зависит от консистенции температуры. Именно самой массы. Ну, в принципе, теперь, не знаю, самое страшное или нет, украсить все это дело сверху. У меня никогда нет уже готовой идеи, как это сделать. То есть у меня все очень-очень примерно. То есть я уже начинаю втыкать стопперы по ходу пьесы. Вот это вот боюсь, наверное, больше всего сейчас. Ну что, а делать нечего. Вперед из песни. Ну что, мои хорошие, вот он, мой тортик готов. 3 дня работы. Танти сакрифичо, как говорят итальянцы. Но зато и удовлетворение от проделанной работы, от пройденного пути. Ну что, сынок, думаю, будет рад. С днем рождения его, как раз сегодня, через пару часов, даже через час с лишним будем отмечать. А вечером я наконец-то на диванчик с вязанием. Добавлю все мои торты младшему сыну по годам. Может, кому пригодится идея.